Регистрируйся в World of Warships на ПК только в сентябре. Пройди полную регистрацию, сыграй один бой и получи подарки. Японский премиальный эсминец Тачибана Лима 3 уровня. Американский исследуемый крейсер Амаха 5 уровня. 45 дней премиума, 1555 дублонов, 6,5 миллионов кредитов, 55 камуфляжей, день рождения World of Warships и 5 сигналов каждого типа. Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free, bossy, house on the coast G, my money so long it doesn't know me, it's looking at my kids like I'm bossy, man a half humble. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Легенда 306. Сегодня мы с вами находимся на мероприятии, закрытии сезона, так сказать, официально. Вот. Сегодня будет интересный маршрут, мы приехали, вот можно посмотреть очень много экипажей повсюду. Вот. Будет два маршрута для автомобилей стандарта и туризма. Вот. Нет, вру, для автомобилей экстрима и стандарта. Вот. Мы сегодня едем, как обычно, на нашем УАЗике замечательном, все вы его видели в прошлой серии. Также я хочу для тех, кто не знает, вот здесь вот оставим ссылочку на мой инстаграм, где вся самая свежая информация, самая первая, вот, где можно посмотреть превью ролики, где можно посмотреть сторисы и видео раньше, чем они выходят на YouTube. Поэтому переходите, подписывайтесь. Вот. Поэтому мы сегодня будем ехать, будем показывать всех участников, которые сегодня здесь будут присутствовать. Очень много интересных автомобилей, сейчас вкратце пробежимся, поснимаем их, вот. Ну а потом посмотрим, как они в деле. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, готовьте бутербродики, и мы будем начинать. Вот мы сидим перед стартом. На улице хмурая погода, льет дождь как из ведра. Маршрут обещает быть очень интересным. Очень много интересных автомобилей приехало. ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КАМАЗ-вездеход будут нам сегодня прокладывать дорогу веселую. Участников неимоверное количество, собрались все, истосковались по грязи, вот, истосковались по общению, всем друг друга увидеть хочется, пообщаться, посмотреть, что у кого с машинами за этот период произошло. Поэтому погодка вот такая, мы сейчас сидим, попиваем горячий чай, наслаждаемся теплотой в автомобиле. И скоро будет у нас старт в 11 часов. Часов у меня нет, но старт уже скоро будет. Поэтому готовьтесь, сейчас буквально вот для нас это минут 20-30, для вас пару минут, и уже будет интересные кадры. Шнива, что ли, села? Тащи направо! А чё, паскуда? Паскуда. Там берёзы валить только есть? Не-не-не. Оно неустойчивое, это день не 80-й крузак какой-то. Если только вот здесь налево, а там некуда. А не надо. Может, надо...
came to wrap it up, do my things. I've been playing the Grammy. Аня, хорошая работа, Олег. Они что, все переедут одного, что все боялись? Как вариант, можно на оба, да? Да, это как мужик с женой едет, да, кабаны. Да, а задай одного, ты что, не помнишь, мимо навлепять. У меня с бампером беда, смотри. Ой-ой-ой! О, давай сзади его. Очко порвали. Давай ему жопу оторвем. Давай, давай жопу ему оторвем. Давай сюда. Дорожье будет сегодня, нет? Нет, я думаю, что нет. То что-то это. Так, по лайту сегодня прогулочка какая-то, да? He's a boy got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. He's a boy got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the guns on. Why?
уважаемые зрители, вот мы прокатились немножко по маршруту. Маршрут оказался очень легким для наших автомобилей, потому что у нас автомобили, но они сильно подготовленные. Вот, и трудностей не было нигде никаких. Кадры, конечно же, я думаю, вы посмотрите, там как Нивы стандартные боролись, стандартные УАЗы и прочее. Вот, ну, мы проехали налегке, маршрут как бы понравился, провели время вместе, повидали друзей, вот, посмотрели машины, прокатились. Вот, сейчас мы находимся на стоянке уже на выезде с маршрута. Сейчас будем готовить шашлыки, будем отдыхать, жечь костер. Вот, поэтому вам большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Это будет продвигать наше видео и будет вырабатывать у нас больше желания делать лучший контент и максимально экстремальный. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мы пошли кушать.